이번 제4차 라손 국제상품 전시회는 모든 참가자들이 다양하고 폭넓은 대화와 접촉, 그리고 다양한 경제 무역 교류를 통하여 라손 경제 무역체제 개발과 활성화에 적극적으로 기여한 중요한 계기로 될 것입니다. Каждый раз, я смотрю, с каждым годом здесь количество участников еще увеличивается. Мне хочется отметить хорошую организованность, организацию выставки. Я думаю, что через эту выставку сотрудничество между соседними регионами будет только крепнуть и развиваться. Особенно хочется отметить необходимость сотрудничества между Кореей и Россией в связи с тем, что появились новые возможности, появилась новая железная дорога, новый порт. И все это приведет к тому, что активность наших. И чтобы как можно больше россиян участвовали в этой выставке.